Правоохранительные органы проверяют работу Ярославского благотворительного фонда. Организация попала под пристальное внимание сразу после выхода в эфир программы на одном из федеральных каналов. В частности, в ней рассказывалось о том, что фонд якобы присваивает себе деньги, которые жертвуют на лечение тяжело больным детям. Со слов участников передачи, в числе обманутых могут быть десятки семей. Фонд существует с 2012 года. Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи с публикациями в ряде СМИ о нарушениях деятельности фонда «Золотые сердца». В ходе проверки будет дана оценка нарушениям деятельности фонда, в том числе по исполнению законодательства при распоряжении денежными средствами, поступившими в фонд для оказания помощи детям.